попытки. А если 3,5, это все не катит? 3,5 уже там все уже не катит. Не, ну правда, смотри, аж ты на самом деле очень мило выглядишь. И такая мелкая в рваных штанишках, как мне нравится. Тут какие-то у тебя колючки, ты рыцарь монгол татарский. Слушай, вот, может, и... перепутал тебя? Нет, не знаю, но я к чему и говорю, что если бы мы общались, то... Кажется, у меня уже есть твой номер, возможно. Ты прикольная, поэтому я бы с тобой увиделся или хотя бы позвонил. Может, ты бы там сказала, там, типа, я не хочу. Что-то было такое. А что не так? Меня Вова зовут. Вова, да, наверное. А тебя как зовут? Меня зовут Юля. Юлечка. Привет. Привет. А мы с тобой, офигеть, какие маленькие ручки. Да, спасибо. Детские маленькие ручки. Что ты делаешь здесь? Что-то все какая-то... Да, заляпанная. Я... слюнями. Да, я тебе все равно буду потом рано или поздно, если, конечно, будем общаться. Слюнями с ног до головы. Что ты тут делаешь? Да я тут по делам заходил, сейчас хочу куда-нибудь кофе пойти попить. Это, офигеть, ты прям, видишь, какая-то вся грязная, чумазая такая. Как будто ты в этой штуке крадет, это очень сильно смотрит. А, и ты там, короче, их... Не, ну это крутецкие вообще, блин, и ноги, короче, гладкие и коричневые. Офигеть. Просто женщина, в моем понимании, должна быть там в двух амплуа. То есть одно это там юбка какая-то очень короткая, там секси и шпильки. И такая вся, типа, а второе это когда вот там рваные джинсы, такая майка какая-нибудь. Гладкая коричневая. Кэпка. Офигеть. А сколько тебе лет? Ты прям совсем малюсенькая. Совсем малюсенькая. Сколько лет? Что на ручка? Ну, а ты знаешь, сейчас старый, не, подожди, я тебе звонил, предлагал тебе там встретиться, наверное, да? Да что-то было такое, да. А что-то не пошла? Да не, не помню. Или я забил? Я занята была, и потом ты забил, наверное. Ну, ты прям такая, короче, со всех сторон офигенная, вообще просто, это, спасибо, ушки. Спасибо, спасибо, да, точно, это ты, потому что мне в прошлый раз то же самое говорили. Ну, а что говорить, если это факт? Спасибо. Сколько тебе годков? Много. А ты не думаешь, что ну много насколько? А что, например, это, если люди друг другу попадаются второй раз, правда, я так и не вспомнил, откуда и кто, и где, то это как бы... Мы здесь виделись, вот рядом. Это, короче, такой этот повод, что надо задуматься. Значит, вселенная не просто так подпихивает. Оттуда, где мы с тобой виделись, я часто встречаю людей, вот в чем дело. А где мы с тобой виделись? На БМ. А, ты с БМа? И да. Ты, короче, не из Москвы, а с какого-то этого? Из Москвы. Да. Не с Москвы? Из Москвы. Откуда ты? Ну, я не из Иваново. Из Иваново. Да, короче, у меня было написано Юлия Иванова, короче. А ты вот почему узнал по БМской майке? Нет, это БМская майка. А это БМская майка. Это не потому, что я фанат, знаешь, я хожу такой. То есть у меня там две майки, но есть там Спарта, есть БМ. Это не значит, что я там хожу сегодня в Спарте, завтра. У майка даже. Почему? А просто... Вы зажопили деньги? Там не предлагали. Нет, а я что-то все постирал, а завтра в Питер лечу, надо с собой хоть каких-то маек взять, таких, это, которые не жалко замочить там, потому что там дождь и хреновая погода. Классно. Вот, я у тебя брал телефон, ты была, да, ты говорила, ты, короче, с этого, с Татарии, хотел сказать, блядь, как? Из Иваново. Из Иваново. Нет, ты меня путал, ты потому что говорю, девушка из Иваново. Ну, короче, Юлечка, неважно, то есть ты с БМ, а что ты это? Уже стала миллиардером? Нет. Почему? Я не достигла своей точки Б. Точки Б? Я в процессе, да, да. Я, ну, достигнешь, что ты? В процессе вообще. А что делать? Сам главное, не забывай быть слабенькой такой, ну, как бы, да, хрупкой, да, и женственной, потому что... Ну, ты выглядишь как это, как Малявкин, да? Такой. То есть просто иногда эти женщины превращаются в каких-то бабищ. Да. И они там, что ты, я сама, я самодостаточная. Там. Ну, то есть, и мужик думает, блин, а я здесь как бы зачем? Правильно, вот. Вообще. Блин, офигеть, так. Такие волосы какие-то. Спасибо, спасибо. Короче, смотри, надо это, раз мы встретились, надо увидеться с тобой. Еще раз, да? Третий раз уже. Не, нам надо просто целенаправленно созвониться, например, там, ну, допустим, понедельник, вторник, среда, вот в первой половине той недели, давай увидимся. Ты никуда я, не наверное, уезжаешь? Нет, я, к сожалению, никуда не уезжаю. Ну, у меня такая же история. Я крайний раз был в начале лета на Кипре с чуваками. То есть, и сейчас у меня что-то какая-то такая, это, интересная полоса в жизни, что пока это вот... У меня тоже прям самое. А мне нужна, я короче... Я была в июне на море последний раз, а сейчас у меня что-то... А где ты была? Я была в Испании, потом была в Крыму. В общем, ну, честно... В Крыму? Да. И как там? Офигенно.
Там говорят Советский Союз, да? Ну да. Офигеть. Так, знаешь, я была вчера в Железнодорожном, там тоже Советский Союз, далеко не нужно ездить. Не надо ездить, но там море нет. Ну там очень классно, там тепло, офигенно. В Железнодорожном? Нет. Просто пересекла чуть-чуть там, знаешь, границу Москвы, и там уже пальмы растут, знаешь. Я туда вчера ехала 3 часа, я была там первый раз, и вообще... А что ты там забыла? Клиенты? Ну да, я на встрече там была. У тебя очень красивый рот. Спасибо. Такой какой-то вот, как, ну не знаю, прикольный. Спасибо большое. Поэтому как у 10-летнего ребенка или 5-летнего. Вот, и сейчас я хочу отдыхать, надо работать, короче. Надо, тем более сейчас эта жопа начинается с погодой, знаешь, когда ты выходишь или смотришь в окно, думаешь, боже, там, хочу обратно в тепло куда-нибудь, которого и так тут не было. А друзья какие-нибудь еще что-то входят? А надо срочно полюбить друг друга, и мы с тобой зимой поедем куда-нибудь там на Бали. Я вот, знаешь, я хочу первое, я себе поставила такую цель, я хочу 1 декабря, прям, чтобы вот уже я уехала отсюда. И на всю зиму, хоть на 3 месяца. Блин, это круто. Но мне хотя бы на месяц бы свалить. Хотя бы на месяц, да. Потому что у меня сейчас пару новых проектов. Я себе, знаешь, как обычно набрала. А что будешь делать? Зачем вообще? Это мне все надо. Что будешь делать? Школу макияжа. Ну, нормально, что? Да. Еще там... А онлайн вы не можете это продавать, диски? А мы хотим продавать диски. А мы хотим записывать сразу. Потому что мы тут тоже думали всякие курсы какие-то, вот знаешь, там... Но не все из них как бы вот онлайн приемлемы, что типа человек может взять и сам научиться. Может, всем. То есть, даже не, не все. Ну нет, если ты захочешь, ты, конечно, с 5-го этажа прыгнешь. Было бы желание. Но я имею в виду, что публика такая избалована, скажет, кого я буду красить? То есть вы там предлагаете какой-нибудь манекен, наверное, брать, да? Или там соседку Татьяну, тетю Любу. Себя или эту соседку. Офигеть. Ну вот представь, я работаю визажистом, стилистом 7 лет. Я думала, что это нереально учить онлайн. А сейчас я смотрю, там спрос, да нет, ты чё, это... вырос, и все онлайн показывают. Мы думаем снимать. Тем более это покупать. Такая пассивная штука. Мы сейчас тоже сделали автоворонку. И, ну, у нас там, мы пока ее там докручиваем, тестируем. Ну, допустим, у нас там какой-то, там, такой, скажем, да, начальный сейчас. Продукт. Вы идете куда? Я сейчас верну ее. 5 секунд. О, ща погодь. Вот у меня подружки приехали тоже на один день. А, просто я думаю, это как-то не состыковка. Ты такая маленькая, красивая, хрупкая, короче. А подруги такие, знаешь, типа, слышь, ты что сюда пришел, рыжий? Сюда иди. Они уставшие, они из Тамбова приехали. Блин, Юлечка, с тобой можно не наболтаться, хотя это мы с тобой обязательно болтаемся. Офигеть, ты вообще какая-то это в штанах. И тут, короче, все. Еле заставила тебя приехать на самом деле. Да нет, ты очень такая, знаешь, это. Какая-то маленькая, хрупкая. Хорошо, съездить тебе. С рюкзачком. Давай я тебя в начале той недели наберу, и мы что-нибудь придумаем. Хорошо. Мне вообще нравится тебя за ручки держать. Ладно, пока. Какие-то. Какой-ка пока? Телефон, что, подожди. Есть номер. А вдруг я сейчас не найду его? Ты что, это очень халатно. Давай я тебя наберу. Давай. 8-915. Юля БМ клевая написано, видишь, ну как бы, значит, тогда ты мне тоже понравилось. Хорошо. Юлечка, ну в общем это, в начале той недели наберу, очень бы хотелось увидеться. Я тебе прям договорю, что это, очень приятно держать за ручки, такое бывает нечасто, знаешь, как будто там ты человека знаешь 1500 лет. А что, ты стесняшка, что ли, или ты просто бежишь, что ли? Все, давай, щеки. Пока. Эй. Мелкий. Пахнешь хорошо, короче. Пока. Все, давай, пока. Что-то тут повсюду какие-то люди ходят, ведь улыбаются, не знаю. Здорово. Я тебя встречаю. Как дела? Нормально. Да? Че там, норм, Денчик? Ну вот прикол, что как бы не только, когда я жил в Самаре, это было постоянно, что встречал девушек, знакомился с ними по второму разу. Здесь это редко, конечно, реже происходит, но так или иначе, вот девушка, мы на БМ знакомились, такая прикольная, хрупкая, маленькая, симпатичная, ну, не знаю, прикольная. И сама молодец, да, БМ очень круто, и сама такая, типа, ну там, какие-то у нее проекты, что-то мутит, крутит, то есть вообще молодец, девчонка. Такое бывает, ребят. Главное, не, ну, в этом ничего такого нет. Очень круто, мне понравилось. Ее было реально приятно держать за ручки, прям по-настоящему приятно.
Привет от Шамшурин, и только что ты посмотрел один из примеров подхода знакомства с девушками. Как видишь, даже если вы знакомились до этого, или там, как некоторые говорят, ой, там она уже увидела, что я к ней, там, я хотел подойти, а она уже палит, она уже смотрит. И начинаются вот такие отмазки в голове, какой-то там, не знаю, какая-то хрень. То есть, ну неужели, если она уже посмотрела, или если она тебя знает, что при этом ты не можешь не познакомиться. Это такие же глупости. То есть, это все твои стереотипы, которые в твоей голове. Я хочу пригласить тебя показать, во-первых, рассказать, как легко, я уже показал даже, как легко можно знакомиться с девушками, неважно, какие обстоятельства были до этого, и пригласить тебя 20 ноября на мой онлайн-интенсив от Шамшурина, на котором мы убьем все твои стереотипы, и я научу тебя общаться с девушками точно так же. То есть я максимально подробно дам тебе теоретическую информацию, смешанную с практическими упражнениями, которые выстроены определенным образом по нарастающей. Выполнив их хотя бы на 70-80%, ты получишь максимальный результат, ты сможешь делать точно так же. А сейчас продолжай смотреть это видео, там есть еще один подходик для тебя. Не забудь по окончанию посмотреть подробности об онлайн тренинге, который будет 20 ноября. Продолжай смотреть. Я все-таки решил напасть на тебя, знаешь, смотрю ты. А можешь прям притормозить, а то я за водой сейчас не дойду и, знаешь, умру от жажды там. Ты какая-то такая прикольная, с птичьим носиком. Как у синички с такой, знаешь. Мне нравится, когда этот заостренный этот нос. Ну что, спасибо. А ты молодая прям совсем, да? Ну, 19 будет. Ну, круто же. Да как раз нужна молодая, любимая женщина. Женщина? Ну, девушка там. Ну, женщина, в смысле, моя женщина, которая это самая. А как тебя зовут? Алина. Алиночка. Меня Вова зовут. А тебя интересуют мужики чуть постарше тебя вообще, да, с прохода? Ну, насколько, знаешь, какой максимум там есть? Ну, блин, не имеет значения возраст, имеет значение, сколько человек вообще. Какой? Ну, я считаю, опыт мужчины, он как бы в первую очередь его какими-то жизненными обстоятельствами, ситуациями, которые там пришлось ему прожить, или там его уровнем ответственности, то есть измеряется. Бывают и молодые чуваки такие прям, а бывают в 35 живут с мамой. Да, да. Блин, а я забыл, прикинь, как тебя зовут, разволновался, короче. Алина. Алиночка. Блин, такая-то клевая какая-то. Спасибо. Что? Спасибо, но я спешу. Да я понял, а у тебя еще такой акцент сейчас был, спасибо. Это есть какой-то? Мне 33. Есть какой-то этот ЕКБ, там, не знаю, Пермь? Екатеринбург, Пермь или что-то такое, или нет? А говор здесь ни при чем. Ростов? Вот, видишь, в Ростове одни яркие женщины с худыми, стройными ногами. Ща, погоди, тихо, стой. Но ты умная, да, несмотря на возраст? Ну, не мне себя судить. Ну, вот видишь, умный человек, он уже не глупый человек, он говорит, не мне себя судить. Короче, мне нужна любимая. Давай попробуем, надо рисковать. Сразу? Чего сразу? Нет, сразу пробовать ничего не будем. Мы попробуем, то есть смотри, допустим, там позвоню тебе к выходным, мы попробуем увидеться. Хорошо. А тебе как, ты выходные в Москве? Да я все время в Москве учусь. Ну то есть ты это никуда там никакие дачи не выезжаешь? Нет. Президентские дачи? Конечно. Алиночка, куда мне звонить? 8. Меня Вова зовут. Смотри, если сейчас будет городской, я тебе потом с WhatsApp просто напишу. А ты здесь прям недавно, получается, в Москве, да? Прогодно. Ну, а ты, наверное, там модель еще какая-нибудь параллельно. Слушай, слава богу, потому что сейчас каждая там первая, не знаю, девушка, у которой нормально все там с лицом, там, с ногами, она. Я модель! Там неважно, там есть у нее прыщи, не знаю, есть у нее там сисечки, писечки, то есть вообще как бы... Короче, Алиночка, ты, ну, внешне как раз то, что мне надо, а внутренне мы разберемся. Все, давай мне щеки свои.
Всем хорошего счастливо. Дня тебе. И тебе пока. Пока. Такая, кстати, очень, ну, как бы открытая, общительная, молоденькая девушка. То есть, что тебе сказать? Возможно, там она не участвовала в общении. То есть, возможно, я не знал, что ей говорить, потому что я не всегда знаю, что говорить, ребят. Но это приходит с опытом, опять же, если вы будете это, хотя бы начнете это делать. Да, очень красивое лицо. Жаль, что я не могу здесь показать вам здесь на камере. Короче, прикольная девчонка, очень понравилась. Смотрите дальше. И еще момент по поводу стереотипов. 20 ноября мы будем с тобой убирать все твои мыслимые и немыслимые стереотипы, все стереотипы, которые мешают тебе жить. Один из стереотипов, который, кстати, какое-то время назад я там озвучивал, это то, что отвечал на комментарии, что типа, если девушка молодая, а ты взрослый за 30-ку там, или за 35-ку, то знакомиться не получится и так далее. Как видишь на этом видео, девушке 19, мне 33, нормально, вполне нормальный выхлоп, то есть девушка хорошо реагирует и так далее. Можно было снять 10 подобных роликов, но просто мне неинтересно общаться с настолько молодыми. Ну, то есть мне лично это не прикольно. Я не говорю, что они все глупенькие, но я говорю о том, что этого одного видео достаточно. Вот. И, соответственно, ссылка под видео, мужик. Я жду тебя на онлайн-интенсиве, который стартует 20 ноября. За это время, когда он будет проходить, мы будем убирать все твои стереотипы относительно женщины, относительно себя. И тогда уже не будет причины отмазываться. Мы просто уберем все твои отмазки, и тебе придется пойти и начать действовать. За что ты потом сам себе и мне скажешь большое спасибо. Увидимся. Ссылка под видео. Пока.